приблизительных расчетов цифры выглядели следующим образом. Всего, то, что я озвучил, необходимо порядка 30 миллиардов 159 миллионов рублей. Из них бюджеты всех уровней 24 миллиарда 219 миллионов рублей, средства инвесторов 5 миллиардов 940 миллионов рублей. Может быть, где-то корректировка будет, но я даже так скажу, с чего это происходило. Допустим, администрация края, правительство Красноярского края за последние два года, в каждый год порядка 400 миллионов рублей нам выделяют, и за это спасибо, и то, что последние два года жители видят все равно, понятно, со всей критикой, но мы, видите, сейчас штабы проводим по Кирову и так далее, все равно мы постараемся навести порядок. Но это порядка 400 миллионов. Если у нас каждый год будет порядка миллиарда в год, в течение 10, ситуация гораздо улучшится. Понимаем, все здесь обстоят, будут обстоять дела и социально-экономического развития, положения и так далее. Но я просто должен задать вектор, по которому мы должны стремиться дальше.